Чувашию пришла жара. Вчера в южной половине республики воздух прогрелся до плюс 27, а ночная температура второй день подряд не опускается ниже 13-15 градусов тепла. При этом местами проходят кратковременные дожди. По данным портала «Погода» в Чувашии, в Чебоксарах с начала июля выпало уже 6 литров воды на квадратный метр земли. Но осадки не затяжные. Завтра днем в Чувашии ожидается до 33 градусов в тени. Такая погода закрепится в республике до середины недели. По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели под влиянием южного циклона снова увеличится вероятность локальных ливневых дождей с грозами. Тем не менее, столбики термометров так и будут держаться на отметках 28-30 градусов выше нуля. Есть вероятность, что жаркая погода сохранится еще и всю вторую декаду июля.